Здравствуйте! Сегодня хочу с вами связать дельфина. Я выбрала вот такие синие нитки, поярче, не слишком темные, чтобы были, чтобы дельфинчик был не слишком мрачным, а повеселее. Делаем петлю амигуруми, начнем с носика вязать его. Делаем 6 столбиков без накида в петлю амигуруми. 3, 4, 5. 6. Провязали, затянули, проложили маркировочную нить и следующий ряд вяжем снова 6 столбиков, по одному столбику из каждой петли предыдущего ряда вывязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Следующий ряд вяжем 12 столбиков, из каждой петли увеличиваем вдвое, с каждой петли по 2 столбика вяжем. 1, 2, опять 1, 2, 4 уже будет, теперь 5 и 6 из одной петли, 7 и 8, 9, 10 и 11, 12. Следующий ряд, два ряда следующие вяжем 12 столбиков, по 12 столбиков в каждом ряду, по одному столбику из каждой петли вяжем еще два ряда. Я провязала вот два ряда по 12 столбиков. Теперь увеличим до 18. Вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли. Снова 1 столбик из одной петли и 2 столбика из второй петли. И так до конца ряда получим 18 столбиков. И потом провяжем еще 3 ряда по 18 столбиков в каждом ряду. Вяжем. Вот я провязала еще 3 ряда по 18 столбиков в каждом ряду. Теперь мы увеличим до 24. Но теперь мы будем увеличивать немножко не так, как обычно. В области лба, вот где у нас маркировочная нить, здесь будет идти лобная часть, а напротив вот тут будет идти животик. Вот в области лба мы будем увеличивать в 3 раза, а там, где животик, мы вообще не будем увеличивать. По бокам мы будем увеличивать, как всегда, 2 петли, 2 столбика из одной петли. Поэтому сейчас, вот прямо здесь, где маркировочная нить, из первой петли мы провяжем 1, 2, 3 столбика из одной петли. Дальше провяжем 1, 2 по одному из каждой петли. Теперь из одной петли снова 2 столбика провяжем. Опять вяжем 1, 2 по одному из каждой петли. Теперь снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Теперь провяжем 1 столбик и 2 столбик по одному из каждой петли. Теперь из одной петли провяжем 1 столбик. Это будет животик у нас. Дальше 1, 2 столбика по одному из каждой петли. Дальше 2 столбика из одной петли провяжем. Снова 1, 2 по одному из каждой петли. Снова 2 столбика из одной петли провяжем. И теперь 1 столбик еще из одной петли. Нет, 2 столбика из одной петли. Закончим ряд. Следующий ряд начнем. Снова увеличиваем, поэтому провяжем 1 столбик из одной петли, из первой, а из второй петли провяжем 3 столбика. 1, 2, 3 из одной петли. Затем вяжем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика, 1, 2 из одной петли. Теперь снова 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. И снова 2 столбика из одной петли. Дальше вяжем животик. Для этого вяжем 1,
2, 3 по одному из каждой петли. Теперь 1 вместо 2 на животике мы провяжем из одной петли. И снова 1, 2, 3 по одному из каждой петли. Провязали. Теперь 2 столбика из одной петли. 1, 2. Дальше 1, 2, 3 по одному из каждой петли. Снова 1, 2 из одной петли. 2 столбика. И теперь 1 и 2 столбик по одному из каждой петли и закрыли. Закончили ряд. Следующий ряд начинаем вязать уже 1 и 2 столбик по одному из каждой петли. Продолжаем также увеличивать. На голове увеличиваем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Напротив, на животике, мы из одной петли делаем только 1 столбик. Поэтому дальше вяжем 1, 2, 3, 4 столбика по одному из каждой петли, 2 столбика из одной петли, снова 1, 2, 3, 4 столбика по одному из каждой петли, снова 2 столбика из одной петли, 1, 2, и теперь опять 1, 2, 3, 4 по одному столбику из каждой петли. Теперь одну петлю из одного столбика. И снова 1, 2, 3, 4 столбика по одному из каждой петли. 2 столбика из одной петли теперь. Снова 4 столбика по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4. И опять 2 столбика из одной петли. 1, 2. Заканчиваем ряд. 1, 2 столбика по одному из каждой петли. Закрыли. Следующий ряд. Опять увеличиваем. Вяжем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Из четвертой петли вяжем 3 столбика. 1, 2, 3 столбика из одной петли. Теперь дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2 из одной петли. Снова 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли. 1, 2 из одной петли. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 провязали до животика. На животике мы вяжем 1 петлю из одной петли, 1 столбик из одной петли. И дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли. Опять 1, 2 из одной петли. Опять 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли. И снова 2 столбика из одной петли. 1, 2. Заканчиваем 2 столбиками. 1, 2 по одному из каждой петли. Следующий ряд снова увеличиваем. Для этого уже вяжем 1, 2, 3, 4 по одному из каждой петли. 5 и 6, 5, 6 и 7 столбики, 3 столбика вяжем из одной петли, 3 столбика. Дальше опять 1, 2, 3, 4, 5, 6 по одному столбику из каждой петли. Теперь опять 1, 2 столбика из одной петли. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова 2 столбика, 1, 2 из одной петли. Дальше снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 по одному из каждой петли. Из одной петли дальше на животике вяжем 1 столбик,
И дальше опять продолжаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. По одному столбику из каждой петли. Теперь опять 1, 2 из одной петли. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. По одному из каждой петли. 1, 2 из одной петли. И по одному из каждой петли 2 столбика провязываем и заканчиваем ряд. Закрыли. Следующий ряд увеличиваем дальше. 1, 2, 3, 4, 5. По одному из каждой петли провязываем. 6, 7 и 8 провязываем из одной петли 3 столбика. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков по одному из каждой петли вяжем. Дальше 2 столбика из одной петли, 1, 2. Теперь снова 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по одному из каждой петли, 1, 2, из одной петли 2 столбика. И снова 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По одному из каждой петли. Теперь из одной петли 1 столбик вместо 2 на животике. И снова 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по одному из каждой петли. 2 столбика из одной петли дальше. Снова 7 столбиков по одному из каждой петли. 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. 2 столбика из одной петли. 1, 2. И закончили 2 столбика по одному из каждой петли. Ряд закончен. Следующий ряд продолжаем еще немножко увеличивать. Для этого провяжем 1 столбик из одной петли, 2, 3, 4, 5, 6 по одному из каждой петли. С 7 столбика вяжем, из 7 петли вяжем 3 столбика. Провязали. Теперь дальше вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков по одному из каждой петли. Теперь 2 столбика из одной петли, 1, 2. Теперь снова 8 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по одному из каждой петли. Теперь снова 2 столбика из одной петли. Дальше вяжем 8 столбиков по одному из каждой петли. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И тут на животике напротив этого увеличения мы вяжем 1 столбик из одной петли. И снова 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По одному из каждой петли. Теперь 2 столбика из одной петли. Снова 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По одному из каждой петли. Дальше 1, 2 из одной петли провязали. И теперь 2 столбика по одному из каждой петли и закончили ряд. Вот такой получается у нас дельфинчик. Далее. Теперь нам нужно провязать 10 рядов по одному столбику из каждой петли. Вяжем 10 рядов. Я связала 10 рядов. Получилось по 60 столбиков. В каждом ряду
И теперь мы начнем убавлять. Начинаем убавлять. Для этого вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков по одному из каждой петли. А теперь 7, 8 и 9 провязываем 3 столбика вместе одной петлей. Дальше вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 9 и 10 столбики провяжем 2 вместе. Дальше опять 8 по одному из каждой петли. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Снова 2 столбика вместе, 9 и 10. Теперь вяжем 8 столбиков снова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И поскольку мы находимся теперь на животике, поэтому один столбик мы провязываем из одной петли и снова 8 столбиков. 1 по одному из каждой петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь снова 2 столбика вместе провяжем. 9, 10. И опять 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 провяжем вместе. 1, 2. И 2 столбика. 1 и 2 провяжем по одному из каждой петли. Закончили ряд. Продолжим вязание. Теперь провяжем 2 ряда по одному столбику из каждой петли. Вяжем. Я связала 2 ряда по одному из каждой петли. Теперь снова убавляем. Для этого провяжем сейчас вот 1, 2, 3, 4, 5 столбиков по одному из каждой петли. 6, 7, 8 столбики провязываем 3 вместе. Дальше снова вяжем, дальше вяжем 7 столбиков по одному из каждой петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше вяжем 2 столбика вместе, провязываем убавку. Опять 7 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7 по одному из каждой петли. 2 столбика вместе. Опять 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь 1 столбик из одной петли. И снова 7 столбиков по одному из каждой петли. 4, 5, 6, 7, 2 столбика, 7, 2 столбика вместе, снова 7 столбиков по одному из каждой петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять 2 столбика вместе провязываем и 2 столбика по одному из каждой петли. Закончился ряд. Следующий ряд, и еще вернее 2 ряда, провяжем по одному столбику из каждой петли. Вяжем. Я связала еще 2 ряда по одному из каждой петли. Теперь 48 столбиков получили по кругу. Теперь опять убавляем. Для этого вяжем 1, 2, 3,
4 по одному из каждой петли. 1, 2, 3 столбика провязываем вместе одной петлей. Дальше вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 по одному из каждой петли. 2 столбика вместе. Снова 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова 2 столбика вместе. Снова 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь 1 столбик из одной петли и снова 6 столбиков. По одному из каждой петли. Теперь снова 2 столбика провяжем вместе. 6 столбиков по одному из каждой петли. Снова 2 столбика вместе и 2 столбика по одному из каждой петли. Ряд закончен. Теперь снова 2 ряда по одному из каждой петли. Получим 42 столбика по кругу. Вяжем. Я связала 2 ряда еще по 42 столбика. Следующий ряд мы опять убавляем. Для этого сейчас провяжем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. Теперь 1, 2, 3 столбика вместе одной петлей провяжем. И дальше 5 столбиков вяжем по одному из каждой петли. 2, 3, 4, 5. Дальше 2 столбика вместе провяжем. Снова 5 столбиков по одному из каждой петли. Опять 2 столбика вместе. Теперь снова 5 столбиков по одному из каждой петли. Теперь 1 столбик из одной петли и снова 5 столбиков по одному из каждой петли. 3, 4, 5. Снова 2 столбика вместе одной петлей. Опять 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 по одному из каждой петли. Снова 2 столбика вместе и 2 столбика по одному из каждой петли. Ряд будет закончен. Теперь снова 2 ряда вяжем. Теперь уже по 36 столбиков в каждом ряду. По одному столбику из каждой петли вяжем. Вот я связала 2 ряда еще по 36 столбиков. Дальше снова убавляем. Для этого провязываем столбик второй по одному из каждой петли. Дальше 1, 2, 3 столбика провяжем вместе одной петлей. И теперь вяжем 4 столбика по одному из каждой петли. 3, 4. Дальше 2 столбика провяжем вместе одной петлей. Снова 4 столбика по одному из каждой петли. 4. Снова 2 столбика провяжем вместе. Теперь 4 столбика по одному из каждой петли. 4. Теперь 1 столбик из одной петли. Снова 4 столбика по одному из каждой петли. 2 столбика провязываем вместе. Опять 4 столбика по одному из каждой петли. Теперь снова 2 столбика вместе и по одному столбику. 2 столбика по одному из каждой петли.
провяжем, ряд будет закончен. И опять же два ряда по 30 столбиков в каждом ряду вяжем по одному из каждой петли. Связала два ряда по 30 столбиков, снова убавляем. Для этого провяжем 1 столбик из одной петли и теперь 3 столбика, 1, 2, 3 провяжем вместе одной петлей. Дальше вяжем 3 столбика по одному из каждой петли. Подтягиваем, чтобы дырочек не было. 2, 3. Снова 2 столбика провяжем вместе. Опять 3 столбика по одному из каждой петли. 3. Опять 2 столбика провяжем вместе. 1, 2. И опять вяжем 1, 2, 3 по одному из каждой петли. Теперь 1 столбик провяжем из одной петли. И снова 3 столбика. 1, 2, 3 по одному из каждой петли. Теперь 2 столбика вместе из одной петлей провяжем. Снова 3 столбика по одному из каждой петли. 2 столбика опять вместе вяжем. И 2 столбика по одному из каждой петли. Связали. Теперь нужно связать. Получили 24 столбика по кругу теперь у нас. И нужно связать теперь 3 ряда по 24 столбика по кругу. Вяжем. Я связала 3 ряда по 24 столбика в каждом ряду. Наполнила холофайбером пока отверстие побольше, поскольку достаточно крупная игрушка и напихивать приходится много, поэтому пока отверстие побольше, это легче сделать. Вот такой получился форма наш дельфинчик. Следите, когда наполняете, чтобы правильно холофайбер распределили туда, где верхушка побольше. Здесь, где животик, не набивайте сильно, не растягивайте. Вот здесь вот идут вот эти полоски расширения. Вот он животик ровненький. Дальше пошли вот эти точки расширения, которые набираются наверх. Вот такой получился у нас в начале дельфинчик. Теперь продолжаем его, убавляем еще разочек, убавим. Для этого провяжем прямо сейчас вот 1, 2, 3 столбика вместе из одной петлей. Дальше вяжем 1, 2 столбика по одному из каждой петли. Дальше вяжем 2 столбика, 1 и 2 вместе. Снова 2 столбика по одному из каждой петли. 1, 2. Опять 2 столбика вместе. 1, 2 одной петлей. Дальше вяжем 2 столбика по одному из каждой петли. Дальше вяжем 1 столбик из одной петли и опять 2 столбика по одному из каждой петли. Всего 5 столбиков. Дальше вяжем 2 столбика вместе одной петлей. И снова 2 столбика по одному из каждой петли. 2 столбика вместе. И 2 столбика по одному из каждой петли. Получим 18 столбиков в этом ряду. И теперь мы свяжем 5 рядов по 18 столбиков в каждом ряду. Вот я связала 5 рядов по 18 столбиков в каждом ряду. А теперь мы должны увеличить снова. Для этого мы сейчас свяжем 1, 2 столбика по одному из каждой петли. Из третьей петли провяжем 2. 1, 2 столбика. Снова 1 столбик из одной петли, 2 столбик из одной петли, из третьей петли вяжем 2 столбика. 1, 2, 2 столбика из третьей петли. И так до конца ряда вяжем. Потом еще два ряда провяжем по 24 столбика. Вяжем.
Вот я связала 2 ряда, 24 столбика в каждом ряду. И еще раз увеличим. Для этого свяжем 1, 2, 3 столбика по одному из каждой петли. 4 и 5 вяжем из одной петли 2 столбика. И так до конца ряда вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 2 столбика из одной петли. Вяжем до конца ряда и потом еще один ряд провяжем 30 столбиков по кругу. Я связала ряд 30 столбиков еще по одному из каждой петли. Теперь нам нужно вот центр, самое крупное расширение наше, вот тут вот лоб его, вот по нему вот так вот ровно сложить пополам, вот как бы найти правильно центр его. Независимо от того, как идут там рядочки, главное, чтобы вот нос и дальше вот хвост у нас сложился вот так пополам. Нашли вот эту серединку, и теперь можно выдернем оттуда маркировочную нить и вставим ее вот тут на линии сгиба. Так мы найдем вот серединку, как бы центр хвоста. И дальше теперь нужно вот эту вот петлю продолжить вязание по одному столбику из каждой петли до этого места, до центра хвоста. И можно здесь теперь ниточку убрать. Провяжем, например, это последний будет у нас провязанный. Все. Связали. Теперь у нас, поскольку 30 столбиков по кругу, значит у нас по 15, если поделить пополам. Мы считаем обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И в 15-ю заведем крючок. Провяжем насквозь, сделаем вот так столбик. 15 здесь, 15 здесь. Теперь нужно провязать этот ряд от начала до конца по одному столбику из каждой петли. И теперь последнюю петлю этого ряда, среднюю петельку, которая была перемычкой у нас, и первую петлю на этой стороне, 3 петли мы провяжем вместе одной петлей. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли. Приходим сюда к центру снова. И опять здесь, вот эта центральная петля, вот видно ее, она самая крупная, где мы собирали 3 вместе. Мы возьмем одну перед ней, эту петлю и следующую петлю. И снова провяжем 3 петли вместе. Опять провяжем остальные петли по одному столбику из каждой петли. И опять подходим сюда, вот видно, где было 3 петли вместе. Видите, здесь вот было 3, здесь было 3. Значит, вот теперь мы опять сделаем так же. Вот еще одна петля провязывается сюда. Следующая петля перед вот этой, где было 3. Потом она, где 3 вместе были провязаны. И следующая за ней опять провяжем 3 петли вместе. Снова по одному столбику из каждой петли провязываем остальные петли.
повторяем снова то же самое. Вот у нас где было 3 петли, ее видно, опять же, она самая большая. Эта петля как бы дырочку образовывает, там 3 петли вместе. Поэтому петля, которая перед ней, мы провязываем столбик не до конца. В эту петлю большую провязываем. Последняя петля того ряда и первая петля уже этого ряда. 5-3 вместе. И снова довязываем по одному из каждой петли следующий ряд. Провязали и повторим опять. Так, это я уже прихватила, похоже. Вот тут, где было 3 вместе, опять петля, вот она побольше. Берем эту петлю, потом ту, в которой было 3 провязанных вместе, и петлю следующую за ней. Провязываем снова 3 вместе. Дальше провяжем по одному столбику из каждой петли. Провязали до конца ряда, и теперь все петли оставшиеся соберем пучком вот так в одну, провяжем одной петлей, закроем, отрежем нить и спрячем ее сюда внутрь. Теперь наполним холофайбером сам хвост и этот уголок тоже, и вторую сторону свяжем точно так же, как вязали эту. Для этого закрепим ниточку вот тут вот в первой петле, которая вот первая провязанная на той стороне. Мы в нее привяжем нить. Закрепим. Вот так вот зацепили. И дальше начнем вязать по кругу. Уже первую свободную петлю в нее провязываем первый столбик. Делаем вот так вот. Продолжим вязание после того, как наполним все холофайбером и довяжем вторую часть хвоста. Вот я наполнила холофайбером хорошо вот эту часть хвоста. Очень-очень плотненько наполнила. Подтянула сюда, в этот уголочек тоже вот. Вот. Почему сюда очень-очень плотненько? Во-первых, чтобы он держал форму потом тоже. И чтобы потом можно было перетянуть вот в этот угол то, что еще останется. Можно, конечно, не набивать очень туго, а под конец вязания наполнить, еще добавить. Это уже смотрите, как у вас получится. Все, продолжаем вязание второй части хвоста, так же, как вязали ту половиночку. То есть по одному сейчас закончим ряд вот этот до конца. И потом начнем по 3 убавлять с внутренней стороны в эту сторону. По 3 столбика будем провязывать вместе посерединке. Вяжем не до конца последний столбик этого ряда. Захватываем среднюю вот эту петлю с этого ряда. И захватываем одну петлю. Уже столбик, первый столбик вот на этой стороне, который был провязан. Захватим его. Провяжем все 3 вот эти петли вместе. Дальше опять вяжем по одному столбику из каждой петли. До конца ряда. И снова последнюю, среднюю и первую с того ряда будем провязывать вместе. Вот теперь опять вот это, что было провязано все вместе, вот она большая, видите, петля, поэтому вот эту мы еще провязываем. Вот эту перед большой вот этой дырочкой, где в нее вот провязано, видно, что 3 штуки в одну, поэтому мы эту провяжем здесь, эту захватим тут и первую отсюда вот тоже возьмем следующую. Вот так вот. И 3 петли снова вяжем вместе. И так до конца ряда. И до конца плавника заканчиваем эту, вязать эту деталь. Все. На следующем уроке мы продолжим вязание дельфина. Вот такой получается у нас дельфинчик. Очень даже, по-моему, симпатичный.